вами Ярославна Громакина, и я хочу поделиться с вами радостной новостью. Мы вот с сыном получили такой диплом. Диплом участника конкурса «Заповедное Подлиморье». Гости у моей кормушки. Еще в конце 2018 года решили поучаствовать, постоянно подкармливаем птиц зимой, и решили сделать кормушку своими руками. Вот видите, диплом дали даже на нас двоих. Громакина Ярославна Сергеевна, мама, да? И Ихоев Александр Евгеньевич, 2-й Б класс, средняя общеобразовательная школа, номер 32. Участники интернет-конкурса, гость у моей кормушки, 2018-2019 годы. Было очень необычное торжественное вручение. Значит, пришла девушка Раджана. Она поздравила нас прямо в школе перед всем классом. Уроки у нас начинались с 13:00 в понедельник. Это было 1 апреля. И когда я узнала, что мы выиграли такой конкурс, я даже подумала вначале, что это шутка 1 апрельская. Но поскольку действительно участвовали в этом конкурсе, делали кормушку, я писала пост, вставляла фотографии кормушки, поверили. Действительно, когда пришли нам вручать дипломы и подарки участникам, было очень приятно. Весь класс хлопал, кричали 3-жды «Молодец! Молодец! Молодец!» хлопали. Было приятно и мне, как маме, и ребенку, я думаю, тоже. Ну, ребенок был не в курсе, это должно было быть сюрпризом. Вот так. А что нам еще дали? Дали вот такую сумочку интересную. Смотрите, она с таким мотивом этническим, да? Вот запись. Старый Ивен говорит: берегите природу. Ну, заповедное Подлиморье. Такая сумочка. А в сумочке лежал диплом, брошюрки почитать, да, о том, что такое заповедное Подлиморье. И еще была вот такая, смотрите, футболочка. Футболочка такого же зеленого цвета. Ну, подстать, наверное, заповеднику, да? Заповедники. Вот. С логотипом их. Угу. Ну, больше так где-то лет на 11, наверное, думаю. Саша уже одел. Ему очень понравилось. И был такой необычный магнитик, мы его уже повешали на холодильник. Такой магнитик, Мургузинский заповедник. Статья там была, очень хороший заповедник. Если вы ни разу не были в заповеднике, обязательно сходите. Это вообще что-то с чем-то. Жалко, я не могу передать какой-то аромат. Это настоящий прям дерево, это не пластик, не металл какой-то, да, вот все так тематично, ну, заповедник, да, дерево, очень замечательный запах, вот такой магнитик для холодильника. Мы уже его повешали, вот такого он размера, с руку. Участвуйте в конкурсах, подкармливайте птиц и других, может быть, животных зимой, им очень трудно найти пропитание, холодно, голодно. Хороший конкурс, мне понравился. Всем спасибо, с вами была Ярославна Громакина. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк.